Охренеть, тут через трамвай проехать надо каким-то макаром. Я шел туда, я даже до чекпоинта не дошел. What the fuck? Рекомендую покупать CSGO, Battlefield, GTA и другие игры на goodsteam.ru. Здесь ты получаешь пожизненную гарантию на игры и самые низкие цены. GoodSteam. Рай для геймера начинается здесь. Друзья, всем привет! С вами Квантум, с вами Кратос, с нами сегодня Схемов. И это, ну вы видите, что это GTA 5, это вода, мы под картой. Все как всегда, в принципе. Да, ребятки, всем привет! Всем тынтын, я почему-то могу ехать! Я ехать не могу! А, это переспаун, расслабьтесь. Я под водой, док. Какого хрена мы под водой делаем? Что за фак? Короче, ребятки, на рапторах, на трехколесных тачках, это просто жесть! Кратос улетел, да позарился, разговаривал слишком много, и поэтому он не прет. Как мне оградку проехать? Тут металлическая ограда, я не могу... Пипец, ну вообще не круче! Одного, куда ехать? А езжай за всеми, Андрей, ты не промахнешься. Это сложно не заметить, тут такая толпа. Вообще просто промчанский, алло, дорогу! Да тут вообще жесть, я чуть не упал! Кто меня сейчас вот. Я в сетке застрял! Я в сетке застрял, не могу проехать! Вот и чё это? Чувак, толкни меня! Тоха Ченел, прости меня! Так, ребята! Шандец полный, ребят, я упал, теперь не все заново ехать. Вы представляете? Прикиньте, какая обида. Помочь? Как Антон? Я пока в инвизе, я проеду через вас всех. Прозрачная мудила. Я в инвизе проехал через вас. Сохраняйте очередь за колбасой. Нет, Андрей, неправильно. Сохраняйте спокойствие. Главное спокойствие. Почему нам такая резкая? Спокойствие, спокойствие. Главное. Ребята, обратите внимание, что мы ездим под текстурами, под картой, если что. И там ездят... Трафик-то машины ездят, офигительно, да? Да, нет, мы ездим по... меня... Аккуратненько, здесь аккуратненько, есть! Меня, значит, убил. Кто тебя убил, Антон? Он меня, значит, убил. А кто тебя убил, Антон? Сучамба. Стопэ, я в воде утонул! Тут вообще чекпоинты ожидаются? Да, вот, я взял чекпоинт, и здесь вода какая-то, и все тонут почему-то. What the fuck, а чё все тонут-то? Проехать, алло, машина застряла! Застряло, да! Не могу! Выходить можно из тачек! Да, можно выходить из тачек! Есть, я проехал! Ништяк, красота! И теперь нужно подниматься вверх! Я не понял! Кто какой едет? Вверх! Я не могу это место еще проехать! Ты ему делать, тебе повезло! Нет, мне не повезло, это скилл! Андрей, тут не сложно как бы! Дарик! Дорогу! Сложно, я прыгаю туда и умираю! Уйди, чувак, ой, извини, пожалуйста, поехали, что умер. Все, поехали, поехали, скилл тест. Тут пешком дальше идти, тут пешком идти охренительно просто. Как пройти-то? Андрей, езжай за всеми, и ты попадешь туда, куда нужно. Там чекпоинт будет. Ты взял первый чекпоинт? Нет, прости, я взял чекпоинт, но я прыгаю туда и умираю. Нет, прости, ты, короче, в сторону, тебе нужно влево прыгнуть и там пройти. Я вообще полностью исчезаю. Мой герой исчезает. Да, я вообще правильно ползу? Да, я вроде поднимаюсь про... Ребят, так. Это скилл-тест не на рапторах, это просто скилл-тест, это паркур. Почему я в это взлетел? Какого хрена из-под текстур выпрыгнул? What the fuck, я первый. Данил, куда ехать надо, я понять не могу. А, там смотри, там будет такой поворот, там, когда ты съезжаешь, там вот прям в левую часть этой вот платформы прыгай и по левой части проезжай, там будет такой каскадерский подъем. По нему проезжаешь и все. На спаун наш или что? Да, на наш спаун влево, край лево, так и все. Я взлетаю, у меня типа тачка. Вот, ты посередине прыгаешь, ты прыгай в край лево и все. А, я в край платформы прыгай, в край... Кто меня убил? Я все будет. Андрей, я же говорю, там платформа, откуда мы стартовали. Прыгай в самый край. Влево, в край, и все. Че ты меня убил? Ты почти правильно прыгнул, я тоже не долетел. Совсем почти правильно. Вон оно что. О, ни хрена себе! Да ладно, это. Офигеть. Никак, никак. Зачем он это сделал? Я не понимаю. Зачем? Ребят, вот вы дальше пройдете, вы офигеете. Тут на рапторах по вертолетам надо ездить. Я застрял. Серьезно? Да. А че спойлеришь, мудила? Ну не спойлери. Да ты О, красавчик, спасибо, подтолкнул меня. Наверх мы едем. Это опасно. Вы поднялись наверх, вы выехали уже или нет еще? Нужно прям на самый верх? Да, прям на самый верх, ты потом выпрыгнешь оттуда и все. Я по вертолетам разбитым езжу. Мудила не едет.
О! Это мудила не едет. Аккуратненько, ребят, аккуратненько, сейчас мы пройдем это. Нет! Все хорошо, пока что. Не надо, да? Нет, можно не вылазить, можно. А, кстати, вы когда пройдете платформу, зайдите наверх, возьмете чекпоинт. Там нужно вылазить из машины и подниматься пешком. Схема! Стой, Кратос! Аккуратно! Аккуратненько, тут надо хвост про. Тапок. Я в текстурах вертолета застрял. А, все, проехал. Да блин, дурак. Я проехал. Мне кажется, проехал. Давай. Стой. Я чекпоинт не взял. Стой. Как так? А тут убитый. Да твою мать. Наверх, а хотя ехать? Я знаю, что сейчас сделаю. Да, я пешком наверх, поднимусь. Там будут платформы. Поднимайтесь наверх. Там пешком подниматься надо. Пешком? В смысле? Я вот сейчас тоже пешком по лестницам пожарным поднимаюсь. Все нормально, все прекрасно. Жизнь удалась. Нет, нет, да блин, она взлетает. Ладно. Пешком, нет безвыходных пешком. Ситуаций в GTA 5, ребят. Просто можно так взять пешком подняться по пожарным лестницам. И все, ништяк. Тут все. Нет, твою мать. Ты как здесь оказался, Крэг? Ты попутал, что ли? Я не понимаю, у меня текстуры мигают. Вот, вот, вот. В том-то и прикол. Там мигают текстуры, это очень сложно пройти из-за этого. Нет, нет. Вот просто. Лошадь, живи. А вы где, ребят, вы прошли или нет еще? Ребят. Да я, что ты творишь, Крэг? Я лайфхак нашел. Ау! Кого ты нашел? Чуваки, у меня лайфхак. Какой лайфхак? Дальше куда? Наверх? Че ты стоишь здесь? Уходи отсюда! Я пешочком пройду. Да бесишь, брысь оттуда! Все, побежали. Побежали, мои подписончики! Какого хрена ты стоял здесь? А, и все пешком проходят, ништяк. Да, ты правильно бежишь, там не промахнешься, я думаю. Ты мудила, ты прыжок! Ой, ой, ой! Как я упал ой. Красиво, это вообще здорово. Капец, удачек просто. Ё-моё, да-да-да. Что, все мигает? Антон, ты где сейчас? Ты вот где сейчас? Я не понимаю реально, куда мне идти. А-а-а, я упал! Антон, поднимайся вверх, ты просто угол камеры меняй, ты все увидишь, это несложно ведь. Так, наверх, вот все, я пошел. С самого начала, охренеть. Ты охренел, что ли? Ах, просто ты мыша. Спасибо и всем этим заботчикам за то, что они, сука, не знают, что такое чекпоинт. Мне нужна твоя машина. Да в этом все и суть сюда, как отлично, вы, вообще тесто. Улетел. Схема, тут все правильно, так и надо. Ни хрена, ой, ёптиметь. Ой, я не понимаю, почему нельзя сделать чекпоинты, не понимаю. Нет, там чекпоинтов это... много, они расставлены максимально логично. Вот что да я могу тебе сказать. Да нихуя не логично. Нет, стой, нормально все. Стреляет? Тут пешком надо Парик. Валить опять. Ну, дело. Ребята, это, короче, 50% трассы пешком, 50% трассы на этом авторе. Вообще непонятно, я боту уписал, значит, надо тут по-другому, а он вот так вот сделал. Нормально все, красота полнейшая, тут главное добраться до финалочки, финиша. Тут костры горят, здорово. Главное, Данил. Ой-ой-ой, упал. Ой-ой-ой, чувак, я так же упал, видимо, в прошлый раз, так, аккуратно. Давай, иди вперед. Крыша! 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 Мать твою, иди в сраку! Давай, шевели своими булками, Болотов! Подожди, Данил, я типа... Эй, вот, ты сучка драная, Данил, блин! Данил! Да, Антон! Где вертолет, там типа я взял уже чекпоинт, да? Где вертолет, ты там типа взял уже чекпоинт... ну чё за пробка, поднимайся, нет... Ой, бляха, муха... Ребятки, я пешочком пройдусь, ведь я такой офигенный лошадь, да? Офигенный Отлично, офигенный лошадь! Твою мать! Я ехал и почему-то появился сверху, блядь, где-то. Ехал, сверху появился. Так, тебе, походу, чекпоинт надо взять. Не знаю я, где появился, блядь. Отличный, блядь, мододел, блядь. Прям руки из откуда давай, надо. Давай, я упал, так, нет! Это все правильно, это все скилл. Так, Данил, я добрался до лестницы, куда мне дальше идти? Да какой ты лестницы, Антон, там много лестниц. Я много лестниц уже прошел. Где ты сейчас я не могу был? Подняться, блядь, я на хуйню, стой, потому Данил. Что я не вижу текстур. Не вижу вообще. Данил, что ли, блядь, иди в сраку! Ты сейчас охренеешь, Антошенька. Да ну какого шляхтера? Я не могу это место пройти просто. Молчи, подожди. Ой, Антон, прости. Ты как ты прошел? В чем ваша проблема, месье? Как ты прошел? Да сука, вот ты вниз полез, он вниз лезет и все. У меня тоже. Все, наконец-таки я прошел. Да вали отсюда нахрен. Блин. Не поднимайся сейчас, не поднимайся, мне сейчас нужно... Нечаянно! Да лезь, что ли? Я нечаянно! Ёб твою! Сучка за ногу, блин, грёбаная конь!
напряг, блядь. Так, я, короче, побежал вперед. Я прошел эту хрень, Антон, ты где? Я четвертый, я тут бегаю девятый. По крыше. Хрен ли я девятый, я был первый когда-то. О, тут надо тачку брать. Харе взрывать. Успокойся, все нормально. Нужна тачка или нет? Стоп, подожди. Можно было пешком все пройти, зря тут, переспавнился. Тут нужна тачка. Тут... А где нужна тачка? Прыгать надо, твою мать. Где тебе нужна тачка, Антон? Сейчас возьми чекпоинт, переспавнивайся. А как сюда заехать-то на машине? Там легко, там можно проехать. Вы серьезно? Дороги, ведьма. Ты мне что ли сказал? Ты что, вообще берега попутал, Данил, бессмертный? Ты берега попутал? Не вздумай меня... Ты что творишь? Меня сбил просто. Ай, блин, я понял. Я так хорошо проходил вообще, все хорошо было. Я опять до этого места дошел, которое самое... опасное для меня. Блин, мне Андрея жалко просто уже. Схемушка, вот ты сейчас пройдешь, а там дальше вообще легко будет. Да. На вертолетах там не совсем легко будет. Что за вертолеты там впереди-то, а? Ты чекпоинт взял? Да ладно, ни хрена себе! Ты мудила, что? Свали нахрен отсюда. Такой мне, понимаете, сука, Данил, испортил мне хороший момент. Какой момент? Ты куда приехал? Ты на меня упал, сучка вонючка. А как это случилось вообще? А ты прошел, Андрей? Твою мать! Давай, ну, давай, ну, есть, буст! А как дальше-то? Я куда-то еду, куда я еду, хрен знает, что происходит, так, где ну, я? Дальше-то? Я не понял. Я взял чекпоинт или нет? Чего, Андрей? Там тебе нужно на машине проехать по вертолетам. А, что? На машине? Где я? Я прошел. Почему у меня как говно? Я взял чекпоинт. Почему как, Антон? А пешком нельзя пройти? В принципе, даже можно пешком, да, пройти, но потом прыгнешь на платформу пожарной лестницы и пройдешь, там все ништяк будет. Я третий, неплохо пока что все. Данил, ты понимаешь, что тут люди? Антон, тут везде меня люди. Меня пытаются убить. Кто тебя пытается убить? Нельзя здесь стрелять. Охренеть, тут через трамвай проехать надо каким-то макаром. Я шел туда, я даже до чекпоинта не дошел. What the fuck? Ну ладно. Ты дошел до чекпоинта? Спустя 5, если сколько там, 11 ему... Я в трамвае застрял долбаном, блин. Да чё нет, ты вперед не поехал, сучамба? Ты меня специально ждал, мудила. Да, Антон. Ё-моё. Козлина такая. Крект уже прошел почти. С дороги. Как оно вообще едет по этим вертолетам? По вертолетам? Короче, нужно по центру ехать. Да, по центру. Где-то уже разгончик, брат, где-то нужно по центру проехать. Это что за трамвай? Аккуратненько. 9.75, алло. Ага, платформа. Я скатываюсь. Давай. Есть, взял чекпоинт, молодчик. Я не вижу, куда ехать. Андрей, там аккуратненько проезжаешь, и все будет окей. Я не взял чекпоинт. Я взял чекпоинт. Ты взял, наверное, чекпоинт. Да, я взял, я в стройке какой-то. Я тоже в стройке вот в какой-то, и тут пешком, дорогие мои. Ты мудила? Не, ребят, опять подосрал просто, понимаете? Заехал туда на тачке. Тебе жизнь подосрала, забей. Перегородил. Андрей, что случилось? Яма, хватит бомбить. Да у меня бомбит. Я вообще не могу пройти это. Почему это такое? Где мой парашют, я не понял. Да не, мы не взяли чекпоинт, алло. Я понял, я хочу залезть по крану из крана. Нет, я лучше на машине проеду. Почему оно взрывается там? Была кран, Данил, ну что с тобой, не мужики что ли? Ты парашют взял хоть, мужик? Да, взял, пойдем. А у меня парашют не взялся. В смысле не взялся? В прямом смысле. Это Тоха меня достал, он все норовит меня скинуть. Да, он потому что на уровне наравне с тобой идет, и поэтому там какие-то траблы возникают. Пошел на... Данил, нажми Shift-S. Данил, иди в сраку, я же нажимал Shift-S когда-то, ты меня больше не кинешь так. Ну ты же хочешь меня... Андрей, где ты застреваешь там? На вертолетах второй раз. Блять, почему я застрял? Я взял чекпоинт, что ты пыхтишь там, бычок? А, да? Да, тоже так прыгать. А, тут можно пешочек. Я не взял чекпоинт, ты меня обманул. Мудила такой, сука, обманул меня. Единственная проблема. Ребята, да. У меня единственная проблема тут возникла в том, что как бы если я прыгну туда без машины, я убьюсь. Куда прыгнешь без машины? Ты не убьешься там, есть. Или убьешься. Но я на машине туда прыгал, так что на машине езжай. Подгоните Раптор срочно. Подгоняй Раптор. Давай. Я взял чекпоинт. Красавчик, братан, ты шаришь. Да, я шарю. Да не ты, а подписчик. Я мимо упал. Спецназ. Да нет, тут есть лестница. Да, Тошенька. Я бегу вверх. Все выше и выше. Тут все горит.
Это нормально. Тут нет лестницы. Замечательно. Мне заново проходить. Там есть лестница. Там пожарная лестница, ты по ней поднимаешься, ты в том месте, о котором я думаю. Мне опять заново вертолеты проходить. Ну, блин, пройди их еще раз как-нибудь. Да не, убежим! Твою мать! Подожди, стоямба, чекпоинт где? О, сучка! Я не знаю, где... Ладно, окей. Че будет? У меня парашют не взялся! У тебя парашют не взялся, да! Охренительно! У меня парашют не берется, что делать? Вы взяли предмет парашют. Окей, я взял предмет парашют. А почему я в инвентаре-то его нету? Сейчас посмотрим, как он взял. Сейчас проверим. Проверка. Данил, ты типа взял парашют? Он не взялся, хрен ли парашют не взялся. Он не берется. Я застрял опять. Андрей застрял там, бедолага. Вы взяли предмет парашют. Вот я взял его. Я его взял, а у меня его нет. Почему? Вот ты мерзость такая вшивая. Наконец-то. Да, Антон. Сейчас вертолет будет. Уже вертолет. Все, я полетел на вертолете. И по жопа. Мы враги, Антон. Не подходи ко мне. Kratos Airlines приветствует вас. Где ты, мудила? А ну, я взлетел, сюда. Я улетел, улечу от вас. Все, я полетел. Давай, кто первее на вертолетах? О, я взял парашют с помощью вертолета. Оу, Серьезно? Ой, не успели, блин, я перепрыгнул через эту крышу. Красавчик, Андрей. Данил. Да. Я взял парашют с помощью вертолета, потому что игра баганула. Одно хп осталось, ё-моё. Кто-то не долетает уже. Даня. Ты что творишь? Ты что, сзади меня летишь, Антон? А у нас еще война с тобой, да? Антон, на попробуй сейчас... только. На меня Антон, тебе парашют собью. Одна муха дунет, и я сдохну просто. Чего, Андрей? Летим! Одна муха на меня дунет, и я сдохну. А вот здесь он чекпоинт поставил. Я не попадаю. Это финиш!